Дорогие друзья, сейчас мне хотелось бы немного отвлечься, поскольку мне сообщили, что сегодня день рождения у Фёклы. В связи с этой радостной новостью хочу заметить, что все автолюбители нашей необъятной и многонациональной страны отмечают этот день звуковыми сигналами. Это означает, что в честь именинницы ее фамилией будет названа улица в каком-нибудь российском городе, а возможно даже и целый поселок, городского типа, разумеется. От чистого президентского сердца хочу пожелать вам крепкого здоровья, любви и мирного неба над головой. Будьте счастливы. С днем рождения. Закадровый голос убирается.